Вот. Мой предмет – актерское мастерство языком пластики. Лично для меня было удивлением то, что детки П3, которые еще совсем маленькие, 12-13 лет, и даже меньше, мне кажется, там есть, они меня просто поразили своей тем, как они умеют импровизировать. Я с ними работаю по-честному, несмотря на то, что есть какой-то языковой барьер, у меня есть переводчик, ну, я сам немножко владею английским. Вот. Опять же, я много показываю, стараюсь показывать больше, потому что мы все-таки, ну, должны на сцене двигаться. У нас искусство молчаливое, мы меньше говорим, больше двигаемся. Моя главная задача – заразить их творчеством. Вот. Ну, есть база, есть особенности поведения артиста на сцене. И многие ребята, еще молодые, еще не артисты, не выступающие никогда на сцене, они это чувствуют, ну, ментально, внутри, не знаю. Это у них органика такая, что они очень органично смотрятся на сцене. Кто-то этого не чувствует, и им приходится объяснять, как правильно стоять, как правильно сидеть, как правильно бегать, как правильно ходить, как правильно делать жест. Это все, да, это школа, и русская школа немножко отличается, например, от западной школы во всех вот этих элементах. Школа русская отличается тем, что она одухотворена, в ней очень много чувств, не только механическое действие, физические какие-то виртуозные элементы, трюки, цирк, а очень важно передать душевное состояние персонажа. И все это делается посредством тела. Это очень сложно, это очень требует скрупулезной и очень такой внимательной работы. Внимательнее наблюдайте за окружающим вас миром. Запоминайте интересные ситуации, запоминайте интересных персонажей, людей, я имею в виду. Наблюдайте за природой, ходите в музеи, любите музыку, слушайте ее, любите оперу, любите драматическое искусство, любите живопись, любите скульптуру, любите архитектуру. Все любите, что вас окружает. Вся человеческая жизнь – это в каком-то смысле искусство и режиссура. И чем больше вы будете наблюдать за окружающим вашим миром, тем вы будете органичнее смотреться на сцене. Любой персонаж у вас будет получаться хорошо, тонко. И люди, которые на вас будут смотреть, будут вам по-настоящему искренне верить.